«Мама, я работаю, а ты оставайся дома». Десятки фармацевтов и аптекарей подхватили эмоциональное обращение главы Минздрава Виорики Думбровяну, которая просила свою маму не выходить из дома, и снялись в не менее эмоциональном видеоролике. Vreau să vin cu un apel pentru toate mamele, inclusiv pentru mama mea. Mamă, stai acasă! Mama, 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 stai, te rog, acasă! Mama, stai acasă! Mama, stai acasă! Mama, stai acasă! Mama, eu lucrez, dar tu stai acasă! Mama, stai acasă! Mama, stai, te rog, acasă! Mama, stai, te rog, acasă! Te iubesc! Mama! Te iubesc, eu sunt la lucru. Tu stai, te rog, acasă. Mama, te rog, stai acasă. Mama, eu lucrez, dar tu stai acasă. Мама, стой, te рог acasă. С просьбой не покидать дома, чтобы не распространять вирус, обратились к людям и спасатели. «Мы работаем, чтобы защитить вас, а вы оставайтесь дома, чтобы защитить нас», написано на плакатах, которые держат сотрудники ИГЧС.